Так, я подходила к Колобову на встрече, когда был день открытых дверей. Значит, по поводу то, что мне отписали, что будут стену там штукатурить. Он мне сказал, будем штукатурить. Мне вопрос, когда штукатурить, потому что сейчас лето. Так, по поводу, в подъезде у нас очень холодно. Вы были, значит, видели, что в подъезде холодно. Написано в перспективный план на 2019 год, внесены работы по установке отопительного прибора в подъезде. Вот Колобов подписал. Ну, период еще не начинает. Нет, радиатор когда ставить? Не зимой же, не зимой же, правильно? Ну, я пока не знаю, потому что ни ответа, ни привета никакого нету. Потом вот эта вот гидрофобизация торцевой стены, значит, когда с администрации по ЖКХ приходили, тоже все смотрели. Я там им написала, где стену, в каком месте, что. У вас не знаю, есть это или нету. Вы же видите, ответ мы вам давали, значит, у нас есть это все. Ну, у меня тоже вопрос, когда. Это у нас еще идет. Ну, я знаю, как идет лето. Если вам не скажешь, оно так лето и пройдет. Вы хотите услышать конкретную дату? Да, конкретную дату. Конкретную вам никто не скажет никогда. Почему не скажут? Потому что год до 31 декабря у нас действует. Работа планируется период, на всем же. Конечно, плановый период. Во-первых, очень много зависит от погодных явлений. У нас погода не давала полгода. Потом скажите, пожалуйста, мне еще фамилию, имя, отчество вашего юриста. Вот девушка ходит. Ситникова Алина Владимировна. А у нее какое образование? Почему она ходит и делает осмотры, принимает? Это вопрос не в компетенции вашей. Почему? На данный вопрос мы отвечать не намерен. Но она юрист? Потому что она юрист не ходит. И когда я вам показываю, что у меня грибок идет, что у меня ничего нету. На улицу она выходит, ничего нету, еще в грубой форме. Без повышения голоса. Почему без повышения голоса? Мы с вами на повышенных тонах разговариваем. Ну, извините, когда мне хамят, а она хамит. Мы вам хамим? Она мне хамила, сколько когда она приходила. И в суде что она вытворяла? Почему у вас юрист ходит? Почему юрист ходит и принимает работы, обследование, акт составляет? У нее техническое образование есть или кто она? В данном случае беспредметный разговор. Это предметный разговор. Дальше наш следующий вопрос. Просила тоже много раз там у нас по поводу этот. Вот ваши замеры температурного режима, то, что у меня стена промерзает, то, что там холодно. Вот, в общем, вот эти главные вопросы. Два вопроса. Гидрофобизация стены. Стены, радиатор отопления между вторым и третьим этажом. И по поводу клумб я еще просила. У нас клумба вообще, ну, напрочь. Надо и ограждение новое делать, потому что все вот так вот высыпается, выливается. Тоже были обещания, и на этом все. Так, и еще, значит, это... Клумбы не запланированы в плане на вашем адресе. А? Клумбы не запланированы, денег на них не хватило. Так, и еще мне Колобов сказал по поводу опять вот этой перегородки, значит, нашей дороги. Он сказал, перегородим. Только чем, он говорит, столбики кто сломал, я бы, естественно, вот магазин сломал. Вот. Но он говорит, не столбики, а чем-то перегородим. Чем, я не знаю. Я просила бетонный блок вы тоже разрешения не даете. Нет, чем, ну, перегораживать это, естественно, надо, чтобы Колобов я смотрела. Ответ, что перегородим. Значит, перегородим. Колобов может просто так сказать. И в итоге ничего не сказать. Не сделать. Ну, мне примерно когда ожидать? До сентября месяца, правильно, да? У нас сейчас идет только третий класс. Предположительно, поэтому работа будет выполнена. Ну все.